Перед Новым годом у каждой семьи огромное количество дел. Нужно прибрать дом, купить всем подарки. Ну все, остался дядя Ваня. Но он же тебе не родной. Что? У нас на карте 1500 осталось. Тоже верно. Найти новогодние игрушки. А может, мы их в марте вместе с елкой выбросили? Да они точно в том шкафу. О, игрушки! Купить продукты к празднику. Ида, последняя банка горошка! Отстань! И, конечно, подготовить новогодний стол. Салат с крабовыми палочками Вичи и кукурузой. Нам надо еще с тобой елку купить. Ида, последняя елка! Я с тобой видел!